Пушкинская тропа – краеведческий маршрут протяженностью около 4 километров, который проходит по историческим местам Одинцовской земли, пересекает речки Веземка и Шараповка и позволяет добраться пешком из одной усадьбы в другую, минуя оживленную трассу. В пути запланированы остановки, на которых экскурсовод будет знакомить участников с историей здешних мест. Экскурсии для взрослых и детей будут проходить 1-2 раза в месяц.